Привет, ребят, с вами Лайкон, и сегодня я расскажу о новых багах, которые появились в версии 0.10.11 Пандофия. Погнали! И, пожалуй, я начну с плохих багов, которые мешают самой игре. Это баг, когда вы играете в катку, в матч и так далее, и вам не выдают очки за фри-пас. А вот скриншоты, это лично мои скриншоты, и с этим связан еще и второй баг. Второй баг в том, что они выдали нам награды. А даже, как вы видите на скриншотах, люди тоже пишут, что им не выдали ничего. Ну, а третье, что я хотел вам сказать. Он появился, получается, патч в Google Play, обновление. В этом патче разработчики нам сказали, что они исправили этот баг, но, как вы видите, его нифига не исправили. А четвертый баг. Это очень интересный баг, получается, когда ты берешь дробовик и меняешь на биту в режиме Rampage, то у вас появляется вот такое. И этот баг меня очень сильно забавляет. А как же добиться этого бага? Вам просто надо будет резко поменять оружие с дробаша на биту, и у вас, в принципе, должно все получиться. У многих такое было, я замечал у своих лимитов. И это был четвертый баг. Ну, а на этом у меня все. С вами был Лайкон. Всем удачи и всем пока.